Красивый город – дело рук его жителей. И слов тоже. Мы продолжаем рубрику, посвященную юбилею Химок. Я родилась в Химках, я всю жизнь прожила в Химках, и я наблюдаю хронологию развития моего города вот уже 35 лет. И хочу сказать, что он становится чище, он становится красивее, он становится эффектнее, и люди, проживающие в нашем городе, также достойны всяческих похвал. Я всем желаю процветания и городу, и населению. Сейчас я смотрю на город, и он мне кажется очень прекрасным. Он настолько стал яркий, колоритный, самобытный, чистый, уютный и красивый, что я горжусь тем, что я живу в городе Химки.